С сентября в республике действует закон об амнистии в связи с легализацией имущества. Узаконить, заплатив обязательный сбор, можно деньги, ценные бумаги, здания, недвижимое имущество, оформленное на другое лицо или находящееся за пределами страны. В Уральске за это время легализовали имущество на сумму свыше 215 миллионов тенге. В основном это частные дома, квартиры, объекты бизнеса, постройки, не оформленные в свое время по закону по тем или иным причинам. Всего же в комиссию было подано 19 заявлений. 11 из них получили положительное решение. Отказы в основном у граждан, планировавших легализовать земельные участки. К нам на сегодняшний день обратилось уже 880 жителей города, на которые на вопросы, заданные ими, у нас постоянно освобожденный работник есть, который дает им разъяснение о возможности участия в легализации по тому или иному объекту.